Еще раз добрый день. 17 мая 2017 года. О валюте. В банке доллар прием 26.25, продажа 26.55. Евро прием 28.90, продажа 29.70. На тротуаре Полтавы. Доллар прием 26.25, продажа 26.35. Евро прием 29 ровно, продажа 29.25. Но тут, как мне сказали, ну, с других городов, через банковскую систему странным образом начали всплывать фальшивые деньги, доллары. И мы замечаем, что все-таки евро каким-то странным образом поднимается. Почему так, мы пока не знаем. Всем удачи!